Говорим сегодня о бизнесе, экономике и финансовой грамотности. И гость у нас в студии – это Игорь Якимчик, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае. Здравствуйте, Игорь Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Иванович. Первый вопрос. На ваш взгляд, выгодно ли сейчас начинать бизнес? Время, говорят, экономически сложное. Как продержаться на плаву уже существующему бизнесу? И вот если говорить о молодых предпринимателях, которые сегодня у нас были в гостях, в том числе, для них какая-то поддержка со стороны государства подразумевается? Безусловно, сегодня поддержки и формы для предпринимательского сообщества, малый микробизнес, как мы говорим, и средний, существует как и на федеральном уровне, так и на краевом. И это как раз вот вклад в совместные работы бизнес-сообщества и власти. Потому что по-другому экономика и социальные обязательства, которые есть во всех регионах, не могут вообще осуществляться. Безусловно, это и субсидиарная поддержка государства и краевых органов власти при получении банковских кредитов, при закупке оборудования в лизинге. Ну, это вот те такие первичные вещи, которые нужны предпринимателям, которые уже ведут свою деятельность. То, что касается риски, начинать, не начинать, конечно же, всегда присутствует риск. И предприниматели, как вы говорите, в кризисное время он относится к определенной степени взаимодействия на рынке, и в стабильные времена везде есть риски. И сам предприниматель подразумевает, да, в рамках закона, в рамках своей деятельности, что он чем-то рискует. То, что касается сегодняшнего времени, мы явно видим на практике события, которые происходят по возмещению тех наших продуктов той или иной сферы бизнеса, которые были заложены в основу бюджета различных уровней. И задача государства на сегодняшний момент, и мы это видим, у нас идет рост выпуска сельхозтовара, товарной продукции. Это как раз связано с тем, что ну, определенное присутствие на рынке и международными отношениями. И как раз вот эта сфера, особенно для Кубани, она очень важна. Безусловно, тут есть спектр взаимодействия и начинающим предпринимателям в том числе. Задача стоит самое главное на сегодня – это совершенство законодательства, которое мы и формируем вместе с властью. Мы в этом году сделали и налоги для вновь открывшихся предпринимателей в течение 2 лет, нулевые ставки и проверочная деятельность этих предприятий в течение 3 лет не осуществляется. Это вот как раз тот посыл, который должен быть. Его нужно удерживать. Нужно сначала что-то вырастить, а потом уже проверять и собирать, как говорится. А вот вы о сферах говорили, я хотела бы уточнить. Я вот посмотрела результаты соцопросов, и на протяжении последних нескольких десятков лет вот одно и то же получается. Многие считают прибыльным, смотрите, нефтяной, финансовый, табачный, алкогольный, аптечный, стоматологический, парикмахерский, инвестиционный бизнес и также посуточную сдачу квартиры. Вот это мнение, как бы, да, но какой бизнес нужно и можно сейчас открывать на Кубани? Сама Кубань подчеркивает своим опытом, своими природными условиями, тенденциями, которые сложились, конечно же, это наша сельскохозяйственная продукция. Мы должны иметь добавленную стоимость на том, что мы выращиваем. Ведь сегодня тенденция какова? Мы вырастили зерно, отправили его на экспорт или просто ряд структур его перепродает, но не делает конечный продукт. Изделие, добавочную стоимость, и тут точно так же потери идут, как и у нефтяного бизнеса. Такова ситуация, что мы работаем с сырой нефтью, а дальше все. Но сегодня те же бизнес-структуры, большие, как мы говорим, они, если вы видите, начинают отрабатывать это уже там, в моторные масла, там, всевозможные уже полимерные продукции. Это серьезный вклад уже в их добавленную стоимость. То, что касается предпринимательства и то, что сегодня нужно бизнесу на Кубани, конечно же, это сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции и, самое главное, сбыт. Мы говорим о начинающих. Начинающие сегодня предприниматели имеют форму поддержки, там, субсидированную поддержку, как на квадратный метр тех же теплиц. Это сегодня долгосрочная программа, и которая будет работать. Мы сегодня отказались от турецкой продукции, это факт. Это те же помидоры, они, да, очень хорошие, я полагаю, ими можно играть в футбол, вот, но не принимать в пищу. Вот. Задача власти на сегодняшний день – сформировать условия. Мы говорим, поддержка
на строительство теплиц, поддержка на семена, поддержка на топливо. И, конечно же, реализация. И то, что власть сегодня услышала бизнес и формирует сегодня логистические центры по приему продукции, кто-то не может ее упаковать, но есть профессиональные менеджеры, профессиональные предприниматели, которые поставленную продукцию ее приведут в соответствующий вид и поставят на нормальные полки магазина. Мы имеем на своей территории также учредителя и одного из лидеров бизнеса именно в области торговли, продуктов, реализации «Магнит». Да? Он действительно испытывает проблемы в том, что говорит, да, я готов принять на ваши полки товары, но вы их упакуйте и приведите в соответствующий вид. Потому что потребитель, да, он уже сегодня у нас знает, что нужно потреблять и что ему нужно. Поэтому, конечно же, вот эту цепочку нужно выстроить. И то, что сегодня краевая власть услышала бизнес, да, и губернатор Краснодарского края Леонид Иванович, он абсолютно правильную точку развития выбрал. Экономика. То есть сначала нужно создать производство, но под эти мероприятия должна сработать власть вместе с бизнесом. То есть мы четко должны понимать, и наши руководители на местах должны видеть для себя, а какая же сфера услуг и какой бизнес нужен. Не нужно нам сегодня строить там 10 каких-то однопрофильных перерабатывающих фабрик, которые потом столкнутся с нездоровой конкуренцией. То есть это менеджеры. И как раз вот власть сегодня должна именно работать в стадии развития. Игорь Иванович, простите, пожалуйста, к сожалению, заканчивается у нас время. Спасибо вам огромное за беседу. В гостях у нас был Игорь Якимчик, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае. Мы прервемся ненадолго. Оставайтесь на Кубань-24.